Как заработать около 200 тысяч рублей на гаражном боксе, смотрите в этом ролике. Я приветствую вас на канале Академии Торгов. Меня зовут Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии. И прямо сейчас я хочу показать вам видеообзор на лот, о котором я расскажу подробнее после того, как вы посмотрите данный ролик. Внимание, смотрим. Вот тот самый бокс номер 30. Здесь он находится. В гараже очень тепло, светло. Гараж подземный. Здесь у нас есть отопление, система отопления. Вот машинки стоят. Сами гаражи, то есть въезд в гаражи, тут закрывается на ворота, вот там они впереди находятся, у каждого есть свой ключ, находится он рядом с домом, как и было в описании, революционная 167, корпус 3, ну, все в принципе тут однотипные гаражики. Внутрь мы попасть не могли, потому что с конкурсным управляющим пока встретиться не можем, так как он занят, поэтому посмотрите фотографии в описании. Гараж супер, мне нравится. Заметьте, сколько накапает? Да. Ну там на самом деле понты, здесь просто небольшие сборы, честно, на электричестве и так далее, здесь никто не суммирует. Да. Здесь, да, общий выходит, просто по равным долям его делит и все, каждый по чуть-чуть. Угу. Ну примерно там в год, наверное, 1005 будет. Да, я так думаю, да? Меньше, наверное? Вообще супер. Так что, если что, место нравится, да, отлично вообще. Все идеально. Спасибо большое. Почем, да? 549 получается, но там уже дешевле. Ну я думаю, где-нибудь 450 можем забрать. Легко вообще, легко. Я тоже там. А дорого взяли здесь? Примерно так. Да? Ну ладно, отлично. А, спасибо. Вот так, супер. Незаметно снял видео с отзывом. Владелец сейчас нового гаража. Купил гараж бокс номер 21. Вот с ним поговорил. То есть купил, сами слышали, за 450 тысяч. Так что вперед. Сами выставляйте свою цену и приобретайте такой прекрасный гараж. Итак, друзья, вы сами видели, какой гараж у нас продается. Нам по счастливой случайности удалось поговорить с недавним владельцем, который приобрел бокс в данном кооперативе. И из его уст мы слышали информацию, что данные боксы продаются примерно по 450 тысяч рублей. Сейчас мы перейдем на площадку низ, где у нас продается данный лот. Это у нас нежилое помещение, 19,7 квадратов, по адресу Революционная 167, корпус 3, бокс номер 30. Вся информация совпадает с той информацией, которая представлена в видеообзоре. Цена у нас начально 549 тысяч рублей, последняя цена 137 тысяч. На данном этапе цена составляет 384 тысячи рублей. То есть, уже приобретая на этом этапе, мы с вами сможем заработать около 65 тысяч рублей, продав его за 450. Но давайте заработаем больше. Опустимся до этапов 274 тысячи рублей, то есть это половина от начальной цены. И приобретая на этом этапе, мы с вами сможем заработать 180 тысяч рублей. То есть здесь рисков для вас никаких нет. Весь анализ от А до я уже для вас сделал. Соответственно, нужно еще посмотреть содержимое данного гаража. Так как мне попасть внутрь не удалось, я запросил информацию конкурсного, и мне удалось получить от него вот такие фотографии. Смотрим. Здесь у нас открытый бокс. И видим, что все полки здесь заставлены до потолка. Очень много различного имущества должника. Как от этого избавиться? Попросту можно устроить барахолку среди соседних владельцев данных боксов, да, в данном кооперативе, и каждый разберет для себя ту необходимую вещь, которая ему нужна. От остального имущества можно легко избавиться на мусорке. Вот и все. Соответственно, то есть этот лот, по моему мнению, очень классный, очень крутой для тех, кто попросту не хочет заморачиваться с поиском, анализом, да, то есть весь спектр услуг, которые я мог предоставить для вас, я уже предоставил. Вам остается всего лишь подать заявку, да, и получить свою прибыль от продажи данного лота. А чтобы не наделать ошибок при покупке данного лота, я настоятельно рекомендую вам записаться на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который находится под этим видео. Поиск, анализ и приобретение ликвидного имущества на торгах – все это на мастер-классе. Ну а я рекомендую вам также подписаться на наш канал и быть в курсе самых новых и горячих лотов от Академии торгов по банкротству. Всем спасибо за просмотр, всем пока!